Всем привет, я Ромула, я игрок мини-футбол клуб «Динамо». Agora eu vou mostrar para vocês um chute no alto de escanteio que eu vou fazer com meu amigo Nando, que ele vai me ajudar aqui. Esse drible eu procuro fazer muito nos jogos. Воспроизводить в игре. Eu vejo o posicionamento do marcador. На позиции защитника, в зависимости от этого, espero o momento выбираю dele marcação, расстояние, pedal, на котором я начинаю делать перебор. И tiro pro meu lado. Потом, в определенный момент, я убираю вправо и пробиваю с правой ноги, с своей удобной ноги. Стараюсь бить, соответственно, вверх, и, если вратарь стоит чуть ниже, или низом, если вратарь ждет удар вверх. Сейчас я вам покажу один из самых красивых элементов, удар, который называется бисеклета. Выполняется он после длинного паса и приема на грудь, либо с углового также прием на грудь. Это один из самых красивых, тяжелых и эффективных ударов. После того, как я получаю пас от Нанда, я стараюсь принять его на грудь, но не просто, а стараюсь дать импульс мячу, чтобы он подлетел немножечко вверх, то есть грудью толкаю его вперед и вверх. После этого уже я выполняю сам элемент, я откидываю корпус назад, надо набраться смелости, чтобы сделать это достаточно резко, и после этого стараюсь попасть опять же с подъема, и таким образом мяч летит в створ ворот. И самое основное, чтобы не травмироваться, нужно следить за тем, чтобы не удариться прежде всего головой. Поэтому стараться, наверное, приземляться на плечо, на лопатки. Я жду его, когда Нанда дает пас. Подстраиваюсь в момент, когда мяч уже подходит примерно вот этой высоте. Eu vou enquadrar meu corpo para poder pegar ela de peito de pé, bem, para poder acertar o gol com tranquilidade. Корпус ставлю таким образом, чтобы попасть именно с подъема стопы. На сегодня все. Надеюсь, мои объяснения помогли вам выучить какие-то новые элементы в мини-футболе. Спасибо большое. Болейте за «Динамо».